Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем GTA 4. Итак, посмотрим, на что мы способны в этой игре. Вот, приятно удивимся. Начало новой игры. Да, конечно, начало новой игры. Так и папочка вернулся. Папочка вернулся. Вот картина, где мы хотим оказаться. Только неизвестно еще на чьем месте. Давай, 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 идем, идем. Не уходи, поверь мне, в каюте гораздо интересней, чем на этой палубе. Че ты города не видел? Ну прибыли и прибыли. Смотри, вон там статуя свободы, это точно Нью-Йорк, хоть он и вымышленный город здесь. Здесь он у нас, город называется по-другому. Безумное местечко. Но ничего страшного. И смотрите, в машине везем запрещенку. Скорее всего, какой-то наркотик. Итак, я могу вернуться на борт? Да, конечно, только в городе гораздо лучше. Конечно, в городе лучше. Все мы туда прибыли за мечтой. За длинным, длинным, длинным долларом. Да, зеленые баксы. Женщины, машины, вечеринки. Всего навалом. Всего навалом. Да господи, этого везде навалом. Едь в Сингапур, не знаю, в Таиланд. Там тебе этого 24 на 7 хватит тебе. Итак, работенка. В последние 7 месяцев я провел. Неважно, где ты провел. Смотри, берешь вот такой пирог. А это будет пирог, потому что это, как я понимаю, запекается. И ты богат. Вот в этих сэндвичах. Все. Делай, что хочешь. Берешь брюлики, одеваешь и валишь. Итак, связался с отморозками, натворил кое-каких глупостей, поэтому свалил. Это отличная черта людей, натворить глупости. Конечно. Все мы творим глупости. Все. Нет таких, которые безвинно виноватые. Так, тачку за предкой. Там, господи, наркоты в ней напихано. Мама, не горюй. Потом еще и выпечка с алмазами. Очень хороший корабль пришел в порт. Очень хороший. Все, садимся в машину, берем пироги, сваливаем, чтобы нас пока никто не видел. И мы самые счастливые люди в этом городе. По крайней мере, на первое время. Останется нам только это все сбыть. О, кого-то девчата встречают, а кто же меня встретит? Где тело, которое меня встречает? Где оно? Итак, давай. Приехал. Братюня, приехал. Что-то машина у тебя плохая. Ты еще и бухой, господи. 10 лет меня не видел. Я бы тебя еще 10 не видел бы, если ты в таком состоянии приедешь. Тут точно еще скоро не увидимся. Или увидимся, но в морге. Как? Как твои дела? 10 лет живешь здесь. Английский-то знаешь. С английскими девками, с отличными. Эй, ну ты как, не особо. А освоишься с сербским, у меня еще хуже. Тут еще и сербы ходят. Англичане, сербы, украинцы, русские. Кто тут? Тут вообще американцы имеются. Итак. Гранд Авто бухает еще. Ну давайте, вы нам что-нибудь скажите еще. Работяги. Черт, друг, я все еще слегка пьян. Ко мне брат приехал. Эй, Роман, Роман. Да ладно, будет тебе, успокойся. Давай-ка ты будешь покорять мир в другом месте. Идет. Слышь, чудило, отвали. Отвали, ко мне брат приехал. Слышь, черти. Охрененный парень. Ну, видите, проглотили черти и черти ушли. А мы садимся в машину и гоним в особняк. Хочу большой особняк. Двухэтажный или трехэтажный. Я же все-таки наркоту с алмазами привез. Я достоин этого. Давайте. Это, наверное, единственный раз, когда я был с наркотиками замешан. Это в игре, нахрен. Итак, вожу я очень плохо. И вот... это доказательство того, что я, да, плохо вожу. Поехали к нему домой. Хотя, подожди.
Какой домой? Ты мне обещал особняк. Большой. Хорошенький. Причем на халяву, чтоб он был. Господи, что за заносы на машине? Заносы. О, девчули, на работе. А мне некогда. Я еду домой. Да, вот такой я невежливый. Хамло. В лес. Да кто так? Все так водят. И я так вожу, и вы так водите. Так, это вот его работа. Где он работает? А это его бизнес. А мы поедем там, где нам предоставят бесплатное жилье. Вот если бы он еще бесплатное пропитание бы нам обеспечил. Ну, единственное, что да, машинами он нас снабжает. Нам не надо машины чинить, которые нам будет давать. Итак, паркуем. Вот на этом пятачке оставляем машину, и она здесь же у нас потом и останется. Итак, выходи, давай. Твою ж мать, надо еще миллиметр проехать. Вот миллиметр. Вот. И вот все. Этот же алкаш не сможет дойти вот эти два шажочка-то. Давай, выметайся отсюда. Показывай мне, где я буду обитать. Временное пристанище. Будет и особняк, брат. Это же мечта. Идем. Мечта. Только не скажи мне, что мечта должна оставаться мечтой. Итак, что мы здесь видим? Полуголые девки на стенах. Кровать. Таракана. Большого и жирного. Вали его! Раздавил? Молодец. На ковре. Все. Так, кастрюли помыл бы, господи. Все-таки я приехал, мог бы прибраться. Брат, рад, что ты приехал. Да... Осторожней, спина. Остеохондроз, сколиоз, все здесь. Жестко, да? А мне каково будет? А если ко мне женщина придет? Представляешь, как жестко. Мог бы я о матрасе позаботиться. Итак, видать, ты по уши в дерьме. Да? Чего? Где шикарная квартира? Где спортивная тачка? Где бар был с большими буферами и Стефани, которая сосет как пылесос? Ты вообще о чем? Ты же только и делал, что писал вам с матерью. О мистере Большой Шишки, господине Романе, воплощение американской мечты. Где это все? Спортивный автомобиль, квартиры, женщины, деньги, пляж. Тварь, ты мне все набрехал. Вот оно бы есть. Есть, это все есть. И большие буфера, и все. И как пылесос сосет. Но не у тебя. Не у тебя. Так что давай, козлина, рассказывай, в чем подвох. Давай, засранец. И всего, что мне здесь не хватало, одного надежного парня. У тебя есть надежный парень? Уже есть. Это я. Так что давай, рассказывай, в чем проблема, и я решу их. А как насчет тебя? Что насчет меня? Ну... Почему ты все-таки решил уехать спустя столько лет? А ты сам-то бы не уехал. Ты в России был? Ты их здесь видел? Да отсюда все сваливают. Как только предоставился шанс, сразу свалил. Поехал сразу за мечтой 90-х. О, мечта 90-х. Странный экзотический моряк. Что случилось, солнышко? Капитан тебя отбрюхатил? Пошел ты. Нет, я просто решил помочь своему брату. Смотрел брат 2, а брат 1 уехал из одного в город другой, чтобы помочь. В Москву, говорит, ехать надо, там силам. Вот я приехал из Москвы, наверное. Откуда ты приехал, не знаю, из Урюпинска. Вот. И поэтому молод и зол. Если не ошибаюсь, ты 85-го года выпуска. Роман, спишь, тварь, я тебе душу излагаю, ты спишь, жирный кусок дерьма. Так, должен догнать тачку назад, она ведь на смене. Господи. Ты еще пьешь тут что-то годами. Не менялись кружки, то, что в них налито. Так что, это просто, пройдешь один квартал вниз, повернешь. И будешь у меня. Там реально круто.
Ника, давай обними меня. Я рад. Черт, рад тебе, братишка. Да, все. Да, прости меня. Ладно, иду. Да, Влад. Вот, пожалуйста, не отрывай мне яйца. Ладно, все. Давай, беги. Эх. Мы еще покажем этому городу, кто здесь главный. Итак, мигающий значок на радаре показывает, где находится вход в дом. Здесь можно сохранить игру. Хорошо. Сохранение в игре происходит, когда ваш герой засыпает на кровати. Когда он проснется, в игре пройдет 6 часов. Неплохо. Мигающий значок R на радаре показывает, где находится Роман. Превосходно. Так. Ну. Мы поняли. Сохранение данных. Пожалуйста, не выключайте систему. Без проблем. Итак, мне нужны деньги. Деньги и оружие. Будем добывать все потихонечку. Итак, вышли на улицу. Гляну на село. Барыги гуляют, и мне весело. Так, здесь можно подкрепиться, свое ХП восстановить. Но он не продает странным личностям. Что значит странные личности? Не знаю. Значит, при нем себя не надо вести странно вызывающее. Так, так скажем. Итак, левый shift для рывка. Давайте посмотрим. Может, здесь я смогу найти свою первую жертву. Кого я тут могу раздеть, раздуть. На деньги развести. Нету никого. Вот в таких переулочках в Америке и мочат всех подряд. Хотя вот лестница есть, но он вроде не должен крапкаться по таким лестницам. Нет у него такой функции в GTA. Крапкание по лестницам. Ну ладно. Беги, Форест, беги. Нам нужна эта жертва. Я верю, ты найдешь ее. Итак, прибежали. Надо хотя бы тачку найти. Будем давить на тачки людей. Где у нас ближайшая тачка? Ты меня, беззащитного, хотел задавить? А ну выметайся отсюда, тварина. Случайно. Случайности? Не случайно. Еще... Кто стреляет? По мне стреляют? Бежим. Сваливаем отсюда. Вот машина. Ничья. Почему бы и нет? Так, ну-ка. Ну-ка по зубам. Еще раз по зубам. Хук. Кросс. В печень. В почку. Че, не угадал ни разу? Ну ладно. Господи, почему с тебя очки не слетают? У тебя ничего, на резинке, как у бомжа. О, ножик. Сзади ножик. Ножик. Беги. Что-то я пока не освоился с твоими подачами. Давай. Еще один. Нет. Ну-ка, цепись, кусок говна. Ты кого? Тачку тебе жалко, а жизнь свою не жалко? Схватился в ручку тут. Мараешь тачку. Все, если я в нее сел, она теперь моя. Все. Adios, amigos. Итак. Делаем крюк и возвращаемся. Нам нужны деньги, дрипи деньги. Так, давай подъедем. Что нам скажет? Давай, здоровяк, или работай, или убирайся отсюда. Приколистов у нас нет. Пошел ты. Детка, когда я смотрю на тебя в глаза, это не просто так. Я вижу маленьких романов, маленьких малороев. Вижу звезды, ангелы. У нас на родине говорят, у нас тоже говорят, что ты педик. Черт. Господи, Роман, безумный идиот. Как я могла? Как могла? Вот так я могла. Привет, Роман. Здравствуй, мисс Мэлори. Это мой двоюродный брат Нико. Я тебе о нем рассказывал. Привет. Ну, рассказывал. А сейчас займемся делом. Мне нужны приключения. Нужен авторитет. Так,
кабинную лавку. Ну ладно, поехали в кабинную лавку. Что ты мне там? Купишь что-то? Хочешь прикупить кое-что для дома? Собираешься? Нет, весельчак, мы достанем деньги в Америке. Для всего нужны деньги. Но деньги везде нужны. И не только в Америке. И в России, и в Китае, и в Индии. Везде нужны. Ты еще в Узбекистане не был, там тоже нужны очень деньги. Итак, надеру зад любому, кто сядет за мой стол. Ох ты, какие громкие слова. Так, и как же, очень смешно, я чистильщик, потому что всегда всех обчищаю. Ой, ой, чувствую не поэтому. Вот моя интуиция подсказывает, вообще не так. Ну, конечно, чистильщик. Будем делать вид, что мы ему верим. Итак, беда в том, что играть я буду... На чем ты будешь играть? На нервах? Черт, чуть не забыл. Даю тебе свой старый мобильник. Мой новый номер там есть. Окей, на. Все, иди. Позвони, если нарисуются какие-нибудь албанцы на дерьмо бежевом Уэлдере. Надеюсь, я правильно произнес этот автомобиль. Вечно ты в долгах, Роман. Ничего не меняется. Всегда одно и то же. Так ничего и не меняется. Смысл? Все идет тихо, своим чередом. Так, данные значки будут появляться. Следите за вышибалами. Сейчас они приедут вскоре. Осмотреть в машине можно с помощью мыши. Так что ждем, смотрим. А где эти козлы? А? Вот они. Раз, два, три. Этот, господи, с тазиком на голове ходит. Бомжара. С тазиком на голове. Все. Никого нету. Все спокойно. Делай свое черное дело. А я пока буду свое черное дело делать. Тебя тут на шухере сидит, тоже нехилый срок получают. Блин, марку от автомобиля разглядеть, правда, не удается. Что это за автомобиль? Зато музон качает. Солнышко светит, на небе ни тучки. Время, утро, блеск. Так, приехали. Приехали два козла. Чтобы вызвать, давай. Рома, Рома, Роман, бери трубку. Беги через черный ход. Я тебя жду. Машина заведена. Сваливай. 3, 2, 1. Беги. Вот. Вот он ты. Давай. Еще и машину тебе открыть. Сам бы открыл. Эти же он сами открывается. Почему я тебе должен открывать? Что, девица красная? Так, теперь повернем направо. Это... Очень резкий поворот, еще и мента бортанули, а теперь сваливаем быстро-быстро. В темпе, я бы даже сказал. Потому что один хвост мы сбросили. Осталось только еще и мента сбросить, и все. Чтобы за нами никто не ехал. Итак, у нас с левой стороны парк. Это, кстати, очень хороший парк. Через него, да, можно скрыться, проехать, оторваться и выехать в любом направлении, лево, вправо, вперед, назад. Ну а сейчас мы едем на базу, я отвезу этого тунеядца и займусь еще одним дельцем, который принесет и сулит мне оружие. А подожди, с тобой вроде и надо будет ехать, ну-ка. Давай-ка тебя выгрузим для начала. Приехали. Как тебе телефон? Да телефон хороший. Надо было сенсорный, конечно. И яблоко подошло бы. iPhone, смартфон. Ну ты же, блин, Nokia 3310 мне дал. Вали давай отсюда. И дверью не хлопай. Так, пожалуйста, не выключайте систему. Да, не собирался. Ну, машину можно убивать. Да, она не такая уж
прикольно. Занос на заносе. Нет, внешний вид претензий нет, а вот водить-то я не умею, особенно вот чуть-чуть так заносит, прям кошмарно. Хотя жми на всю, на все тормоза. Давай, почтовые ящики. Долой почтовые ящики. Поехали. К Роману и поехали. Куда нам еще ехать-то? Вот куда нам еще ехать? Поехали. Тем, чтобы выбрать так клок, когда вы в машине. Чтобы выбрать другой ракурс. Понятно. Давай. Мне нужны деньги. Попались? Померли? Вы только что получили текстовое сообщение. По морде. По морде. По морде. Еще разок. Ну, одного-то я сбил. На, смерть. Так что не все так безнадежно. Все. Все. Денег нет. Почему? Не знаю. Ну, нет, так нет. Нищеброда я не сомневался. Черт, нужна помощь. Быстро приезжай в гараж, Роман. Как скажешь, Роман. Быстро так быстро. Кидаем свою пятую точку в машину. Едем к Роману. Да не раздумывай. Просто бери, да едь. Бампер оставь только. Выноси нахрен этот забор. Может быть, потом он исчезнет. О, кстати, в жизни. Можно пополнить жизни. Вот, хот-доги пожрать. Ну, тварь. А он не кормит подозрительных людей. А меня он считает очень подозрительным. Ну и не хочет кормить, ну и не надо. Не очень-то и хотелось. То есть, нет, хотелось бы очень нам. Но вроде не помираем. Там что-то красная полосочка небольшая есть. Конечно, мало, но лучше, чем вообще бы ее не было. Ну, а нам пока хватает. Не померли, ладно. Посмотрим, что... Ну, братиш. Деньги. Смотрите, денежки мои стоят. Вот тебе на черный день. На тебе. Он живой. И еще разок. Задний ход. И, блин, так они оба живы. Давай-ка еще разок попробую тогда вас. На. Сейчас-то уже мертв. Все. Нет. Еще живой. Вот денежки выпали с прохожего. Все, можно собирать денежки. Вот молодец, увернулся. 69. Да. Денежки собраны. А теперь садись в машину, садись, я тебе сказал. И давай. Поехали на стояночку. Поехали, поехали. Ждешь, когда проедут. Не жди. Кофе. На новый автомобиль. О, как неприятно. Не то с сахаром, еще и горячий. Полироль мне все собьет. У тебя какие проблемы? Проблемы у тебя. Так. Надо воспитать их. Он мне не друг, он мой кредитор. А ты кто такой? Отвали отсюда. Ника, да? Вот так, вот. Вот чем я занимался в армии. А, моя рука. Да твоя, твоя. Кому она нужна? Сломаю еще только разок и все. Только суньте сюда еще раз. Убью нахрен, ясно? Вот ты-то куда поддакиваешь? Еще поддакивает. Сядь за свой стол и сиди там. Да и хрен с ним. Будет пытаться убить меня. Ничего страшного. Хочешь знать, почему я не живу в симпатичной квартире? Все из-за того, из-за этого дерьма. Всякие козлы угрожают мне.
Ну, господи, если ты так будешь думать, то да, у тебя смысла нету. Оно будет автоматически проиграно. Привет, красотка, забрать тебя? Не. Время 2 дня. 2:15. Забрать. Конечно, заберем. В чем проблема? Так, я могу съездить. Забрать твою малышку. Подберешь у станции Хоу Бич? Да, конечно, подберу. Кого мне подобрать? Бабу подобрать. Что мне с ней сделать? Ох, а что бы я с ней сделал бы? Все бы сделал. А потом бы уже и отвез. Сядьте в машину. Так, едем. Отправляйтесь к станции метро. Да без проблем. С ветерком я довезу тебя до этой станции метро. Слава богу, тут недалеко. Это только первая миссия. Меня что только напрягает, это мое вождение. Так, чтобы включить рацию, колесико вверх. Ну ничего, включим. Вот не лезьте мне под колеса. Видите, что я еду. Все, разбегайтесь, как тараканы. Я еду, все. Так, надо проучить его. Правильно? Или забрать кого-то? Точно, девчонок забираем. Давайте. Все ко мне, леди. Садимся. Ничего, что у меня машина в кровище. Вас это не смущает, Мишель? Как дела? Дела как у покойника. Все ровно. Итак, давай-ка отвезем тебя домой, Мишель. Как тебе Америка? Я ожидал немного другое. Что я ожидал? Что приеду и мне тут сразу все нати, пожалуйста. Ой-ой-ой, менты. Столбы ломать, это нормально. Менты на это внимание не обращают. Встретиться с тобой, Ника. Ну, встретиться. Очень хорошо. Это ты хорошо придумала. Да, но вроде и так неплохо. По-моему, он даже не переоделся с дороги. Да, так заметно. А я переоденусь. Вы еще за мной бегать будете. Вах, какой я стану красавчиком. А вы это вот те, какие же не переоделись. Вышли из дома. Давай, подъехали. И высадили. Ну-ка, пошли вон из моей машины. Настроение будет? Позвоню. Да, я тебе позвоню, Мишель. Все, пакета. На кровавой машине покаталась. Давай, валяй отсюда. А я пойду пока переоденусь. Одену что-нибудь такое традиционное. Русскую шапку. Ты куда едешь, тварь? Ты не видишь, что я стою? Ты не видишь? Ты что, автоподставщик, да? Ты запомни, я тебя запомнил в лицо. Тебе хана. Сейчас мне некогда. Как будет время, я с тобой разберусь. Тебе понятно, козлина? Так, значок рубашка обозначает магазин одежды. Вы всегда можете посетить его, чтобы обновить гардероб. Фу. Посетим, обновим. Всегда. Вот тоже спорное мнение. Всегда. А если у меня денег нет? Взаймы же мне никто не даст. Поэтому не всегда мы можем его посетить. То есть нет, посетить мы его можем, купить не всегда сможем. Еду на деревню к деду. Вот зачем ты мне под колеса прыгнул, суицидник? А меня потом обвиняют. Скажут, ах, человека сбил. Плохой, совсем плохой. А ведь это козел сам прыгнул мне. Так, стоп. Чуть не проехал. Назад. Вот так. Посмотрим, что за товар у вас здесь. А тут под рыбой воняю. Сейчас. Кроссовки посветлее возьмем. Вы можете покупать себе одежду в городских магазинах. Конечно, могу себе покупать в городских магазинах. Я скажу больше, я даже еще и в сельских магазинах могу покупать. Так, распродажа. Распродажа 50%. Купите здесь. Половина на русском, половина на английском. Костюмерная.
Не костюмерная, а примерочная костюмерная. Так, что-нибудь возьмем без лампас. А здесь у нас лампасы. Вообще не то. Это не наш стиль. Давай-ка вот этот. Хорошие вроде штаны. С карманами. Вот. Вот то, что надо. Так. Теперь. О, кроссовочки. Вот светлые кроссовочки. Как хотел. Нормально. Теперь нам надо куртку. С шашечками нет. Простую нет. Вот красный меня бесячий цвет. Ну давайте померим. Может ему подойдет. Нет. Как будто рыночная торговка нахрен. Ну-ка. Вот, кстати, зеленый успокаивающий цвет. Нет. Рыночная торговка переоделась. Ни хрена. Еще брожа небритая, господи. Вот такую вот курточку сейчас возьму. Да? Светленькую. Нормально. Светлые ботинки, светлая курточка. Мне нравится. И очки. Очки. Есть солнцезащитные очки. Только вот такие. Нет, такая хрень какая-то. Может, с этого края? Ни хрена. Шапку возьму себе. Где тут? Вот. Темную. Там какая-то кепка была. А я себе шапку возьму. Good. Конечно, good. Always good. Where is good? Where away? Так, Мишель добавлена. Ну что, теперь я парень хоть куда. Просто скажу вам на ура. Роман. Че звонишь? Че тебе надо? Алло, Роман, я купил пару вещей. Хотя такое ощущение, что товар они производят с нашей родины. Привозят с нашей родины. Конечно. Ты шапку-то видел? Видел же, что берешь. Вон, как карта у тебя блестит. Так, с ней надо потусоваться. Хорошо. Потусуемся. Надо еще и силы восстановить. Одного хот-дога хватает. Все, можешь не есть уже. Блин, бутылка опять. На. Эх. Осторожней, осторожней. Собьете меня, твари. Тут полиция. Не надо нарываться. Ладно. Сяду, поеду. А как сяду в кабину, поеду по серпантину. Так вроде поет. Вы можете поставить маркер на карте, и система GPS проложит к нему путь. Проложит. Прокладет. Так. Может нам стоит домой зайти поспать. Поспал. Мишель. Нас познакомил Мэйлори, подруга Романа. Да, я помню. Мы же договаривались. Все, что ты? Недавно приехал, да? Ты обычно не делаешь что? Ну что ты специально, что ли? Я же приглашаю тебя на свидание. За свидание я только за. Итак, мне нужен резиновый спецкостюм. И я уже у тебя. Сейчас до аптеки только. Ты пока там смажь-подмажь. Я лечу на крыльях любви. Хай, бэйби. Вот я к бэйби уже еду. Давай, в машину садись и вперед. К Мэлори. Или Мэрин. Кто ты? Монро. Маршрут. Давай. Построен. Система GPS проложит путь к указанной точке. Ой. Зачем вообще видеть, как я еду? Это же так муторно и так неудобно. Ехал, ехал, но тут Рома все испортил. Господи. Давай, Роман, что вот тебе надо от меня? Говори, не стесняйся. Ты мне всю свиданку обломал уже. Хотя я уже почти доехал до нее. Мой путь, понимаешь, что не интересен, как я просто еду. Хотел сократить. Ну, как видно, не судьба. Придется к тебе ехать, выручать тебя. Приехали. Я даже дверь отломил тачки. Блин, взорвать бы так бы, но так взорву свою. У соперника-то останется.
Все. Начинаем бить. Мы просто... Держи толстяка, я поговорю с этим. Сам ты этот. Я говорил вам прекратить. Теперь уже поздно. Давай. Избейте. Чтобы навести курсор на цель, удерживайте правую кнопку мыши. Чтобы ударить кулаком, нажмите левую кнопку. Чтобы нанести особый удар кулаком, нажмите К. Чтобы ударить ногой, нажмите И краткую. В этом режиме 8 центральных сегментов обозначают здоровье цели. Их цвет соответствует типу цели. Красный цвет означает, что выбран противник. Конечно, противник выбран. Давай. Нажмите блокировать удар, нажмите пробел. Вот. Давай. Хук. Кросс. Вот тебе. По почке. По печени. Врыло. Врыло. На. Теперь ты. Еще разок. Давай-ка еще разок. На, порыло тебе. Тебе повезло просто, что у меня в руках ничего нету. Вот так. Вот. И... Давай. По рогам ему. Да не тот удар. Другой. Вот так. Еще один остался удар. Вот так. На тебе. Давай, братиш, вставай. Я ради тебя всех порвал. Всех вынес. Долбаные вышибалы. Если еще хоть раз... Да, вспомни дерьмо. Вот и Дартин. Кстати, надо его поймать. Это у этого типа ножичек-то. Это те, которые угрожали нам. А мне нельзя угрожать. И самое обидное... Эту жирную свинью, брат, с этого надо ждать. Без него погони нет. Все, поехали, поехали. Поворот направо. Кажется, что далеко ушел. Ни хрена, вон он. То ли на светофоре стоял, то ли что. Ему так не сфартило. Блин, вот мне точно не сфартило. Врезался, блин, напрямки. Так, почтовые ящики убрать с дороги. Налево. Я тебя вижу. Я тебя достану. Да блин, да чё вы такие? Вас хрен победишь. Так, пробил, чтобы использовать ручной тормоз. Не надо вам ручной тормоз. Три тормоза в одной машине. Очень много. Очень. Производитель такого не потерпит. Все, конец уже скоро будет. Скоро. О, там, кстати, китайский домик. Нам потом к нему когда-то там надо будет. Не помню. Потом. А сейчас хрен мы его догоним. Если бы я знал, куда ты едешь, я бы эту насквозь бы проехал. Да. Где-нибудь тут бы вылетел бы уже. А так приходится вот за тобой ехать. Ну, от меня еще никто не убегал. И ты не убежишь. Да, отъедешь подальше, но не убежишь. Я буду тебя преследовать даже в твоих ночных кошмарах. Нравится? Нет? А я вот такой. Поворот. Ну, поворот, поворот, я же говорил. Дрянные машины ничего сделать не могут. Такие невероятные заносы, господи. Что там, Сагас, что там? Забрался он, надо было на машине заехать сюда. Двигай, булками шевели. Ну, враг-то уходит. Так. Он вот здесь. На, получи по зубам тебе тогда. Раз. Еще разок. Ох ты, у тебя ножик. А ты что, зачем его разбил-то окно? На. Вот так. И нету била. Жадность била, погубила. Он лежит на дне изыла, жизни мало что успел. Вот так. Ничего. Я встану, отряхнусь и дальше пойду. В отличие от того дебила, который разбился. Тот уже так не сможет.
Куда? Куда бежим? К этому. Напарник? Нет, это не напарник, брат же. Все. Сядем. Поедем. Вот хоть бы вышел, помог мне. Сидит там, как кум королю. Ус не дует. Не знаю, что ему надо. А сейчас я брата доставлю, и все. И буду свободен. А вы лузеры? Какое радио? Какое радио? Какие крохоборы? Как Дердан? Конечно, крохоборы, как Дердан. Они по чуть-чуть берут, а я вот столько в миллионах долларов трачу. Мне житья от него не было. Никуда было деться. Ты расправился с ним так же. У него было слишком много связи, чтобы так с ним поступить. Мне пришлось уехать. Он, она чувствовали себя прекрасно. Теперь у нас больше не будет проблем, земляка. Безмятежные дни вас ожидают. Вас будет ожидать то, что я скажу. Так. Ну, почти. Так, ладно. Так, тогда давайте так. Сейчас тебя отвезем. Ну, я думаю, на этом все. Подписываемся на мой канал, ставим лайки. Пока!